Гадес, меха опустели, сердца очерствели, и стонет земля. О дети Христовы, в уделе святому, да будут тайна великая ныне ваши сердца, вера нужна народу. Ибо ныне открыто небо, но сомненья разбивают ладью. Аминь, роды веры, как многие в смятении, неутвержденные во спасении, не проникшиеся страхом Господним, и от того ныне скамалдись томление и барьер за барьером. Враг стоит на мене ласка неба, чтобы опустошать и дальше. Борьба стоны, а борьба умножается. А тьма опустилася настолько низко, что тольменце клаудись многие ощущают эту и говорят, почему так тяжело молиться? Почему так тяжело подвязаться? Почему так трудно устоять? О, дети, дети, овцы, пастви моей, не спорбентус, вы не спешили, ребеда лаудис, утверждать свое строение, аминь, аль, на камне провец. Вы не спешили уплотнять свое строение благодатью, аминь. От того так трудно сражаться, вера. А веры так мало, а силы так мало, а любви так мало. Пир лабер, а пир готовится, а пища преподается, а сердца утружденные и опустошенные суетными днями жизни. Что тебе ныне, аминь, откроет Господь проценцем, вот будут роды великие. Романеске, ибо я буду возрождать церковь свою заново и справу. И для этого пройдут мучения, говорит Дух Святой. В муках рождает моя церковь Христова мир. И потому страданиями провенцы процесс послушания Богу живому, раны свят. И будут умножаться еще стоны, будут, аминь. Поприще должно вам пройти 100 бедгладусами, и кто не совлечется старого естества, погибнет, рамадалаудисами. Кто не способный, и кто не готов пройти Голгофу с парамензиаудисами, и сказать, Господи, я вполне хочу предаться воле Твоей, 100 бедгладусами. Я там буду розпренси, Клаудис, делать свою работу над сердцем, над внутренностью, над желаниями, над мечтами, над полным Клаудисами, приоритетами, вера с печень. Но кто соменте, Клаудис, станет в сторону и не захочет идти путем Христа, а меня очи буду спасать в болезнях и в кременеауди страданиях, чтобы только спаслась душа, Роман Десподар, ибо в этом великая милость моя. А кто примет волю мою, наделю силою, жебенцу Клаудис, наделю властью, и пойдут исполнять истину моя, прославится воемен Хаудис, истина среди народа моего. Розка, розга пройдет, еще рамен зиглав. Но не бойся, народ, ибо если даны обетования, то даны для блага, тайна великая, кровь завета, сокрушится земля от слез. Ах, Раманалав, расплавится Арменеглаудис от страданий, аминсекла, но проявится сила и могущество церкви Господней, Рабадалав. Потому не погружайся в уныние, воспрань духом, остав желания плотские, примирись друг с другом, примирись с Богом, и будет дано тебе обновление, и умножится вера, и прольются ароматы на этом месте. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.